Знаю, Юля, не надо. Ты думаешь? Да не надо, надо сначала подговорить. Просто надо действительно денег купить, чтобы они... Но. Они же, видишь, приходят все в такой одежде. Ну, молодые все. Просто тетю Юлю возмущает сей факт, что люди приходят в школу волонтеров, в приют для животных, нарядные, как будто пришли на дискотеку. А чтобы помочь в приюте, никому даже в голову не пришло. Ну, представляете? Они на уроки приходят. Надо отдельный день просто, может быть, кто-то и хочет помочь. Надо спросить. Я считаю, если ты любишь животных, ты придешь и скажешь, ребят, дайте я вам помогу. Ну, ты сама знаешь, что не все так делают. Далеко не все. Печалька, печалька, однако, надо ходить к психотерапевту. Иди, мою косюську. Гека, давай, тетя Юля к тебе зайдет, давай. Пам-лям-лям-лям-лям-лям. Короче, попуталась, то ли. Заходи, скажи, заходи. Сейчас я тебе скажу. Заходи. Сейчас скажи, я тебя съем, да? Сейчас я. Смотри. Гектор. Поиграться хочется. Хочется поиграться. Моя Нюська. Ты моя Нюська. Сразу подбежал. Ты мой колёсико, мой колёсико. Он хочет играть. Хочет тихо играть. Играть хочет. Побежали, 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 побежали. Это что за тигра-шмигра? Это что у меня за тигра-шмигра? Уйди, мой любимый тигр. Иди, погоди. Иди, бузи-бузи-бузи, моя колёса. Ой, тетя Юля, вот так охотивать, прям вот взять тебя вот так вот делать, вот так вот делать, да. Ну, охота так обнять прям. Вот тебя почелевать прямо. Гектарик. Гектор. Да, Гека. Гектор, айдай в глазку уберу козявку. Где? Я в глазки козявку уберу. Мяу. Помяукай. Мяу. Получается. Ау, ау. Дай козявку уберу. Гека любит, когда с ним на его языке разговаривают. Мяу. 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 Ну-ка, еще раз открой. Открой еще раз ротик. Где? Иди, моя бубуня, бубуня моя. Еще посмотреть. Кто-то там себе накусал, что ли, язык. Да, дорогие мои, вот Галочка в прошлый раз приезжали с супругом, оставили денежку на мясо, и мне еще девочка перевела 1000, вот, тоже на вкусняшки для животных. Сегодня мы не поехали покупать, потому что позавчера купили тушу, говяжью тушу большую. Вот когда дети ее доедят, тогда... Мы поедем и обязательно купим. Ну чё? И чё мой пятачок? Пятачок мой пятачок. Пятачок мой пятачок. Сладкий-сладкий пятачок. Гека. Где-то ты чё в матросской форме? Скажи, это челябинская морская форма. Полосатая. Да. Кто там ходит, скажи, что там за люди ходят? Скажи, сейчас ко мне придут, скажи, мне придется выбросать. Скажи, папа придет ко мне. Да, скажи, папа придет. Где папа? И где папа? Там так папа, кивает, да? Так. Там папа? Конечно, папа там, да. Издалека папа прикольно, придет. Когда идешь издалека, а не слышно же, ну, фырканье так, и он так просто кивает, сидит, головешкой-то своей так кивает. Пошел смотреть, где папа. Ну, соскучился по папе. Ну что, мои золотинки, пошлите к нашему, к нашей звезде, к Симбамбону.
ничего. Нет еще. Вышла. Так, держи, пойду скажу. Стоит с мячиком в зубах, Симба. Кто тут? Симбуля! Привет! Привет! Что, у тебя застрял мяч, нет? Симба, скажи всем привет! Привет, скажи друзьям! Скажи привет всем! Я скажу опять в хорошем настроении, как всегда, да? Барик. Мать моего, кися красивая. Красивая моя кися. Симба. Ай, реснички наши. Давай, всех поцелуй. Давай, поцелуй всех. Всех поцелуй. Всем привет передавай, давай. Глазёшку. Ресничку. Симба. Симба, Симба. Симба, Симба. Симба, Симба. Глазку. Покажи свою глазку. Ой, это что такое? Это что за одуванчик? Это что за теткин одуванчик такой? Ой, да, ой, мой господи, опять руку придавил. Одуванчик, блин. Да ты моя Лёва, ты моя Лёва. Ты моя сладкая Лёва Калёва. Ты мой золотой. Симба будет играть в охотника? Ты будешь играть в охотника? А? Будешь играть? Вот. Симбуня, вот 29 человек тебе передают 1 000 000 сердечек своих. Все тебя очень любят. Все Симбоню обожают. Он, видите, какая гривка. У нас с черным подпалом. Нет, тот же мячик. Колесики. Нам, скажи, мама Марина, скажи, должна. Вот тебе, здрасте, попа, Новый год. Давай сейчас будем на камеру кукошки плейдик свои. Пледик выслать еще, ну. Да, пледик. Пообещала Симбону выслать. Ждем новый пледик. Вот бачошки за вас глажу. Вот, видите, бачошку эту толстую. Ой, да ты, ё-моё. О, пипищон свой. Ой, чьи это пятки-вонючки, пятки. Пятки-вонючки, щекотаем пятки. Народ, за вас пятки щекочу. Вот, видите, вот, какие мягенькие подушечки. Вот они какие. Мякушки наши подушечки. Вонючие, пипец. Вот они наши. Вот они наши. Лапушки-вонюшки. Вот они наши лапушки-вонюшки. Вот они. Вот они. Вот у нас наш хвостец тяжеленный. Вот, видите? За вас хвостец. Вот теребенькаем. Кисточка у нас. Он какая красивая. Отрастает. Офигенская кисточка. Это кто тут вот так вот выёзывается у нас, выбразает? Это что за такая львиномоль, да? Кто так вот все делает? Да, ногу на ногу, соплю на щеку. И началась игра игрушечная, да? Ой, вот так, скажи, надо Симбу гладить, да. По головушке надо нас у Симбу гладить. Конечно, Симбоня, Симбамбончик. Симбамбосик, смотри, где гости пришли. Давай, кабанята. Снимать мы не разрешаем. Да. Он мне руку сейчас придавил. Синяк будет. Ну-ка, подержи, тетя Юля. Помощник блохера.
Сейчас танзанскую бабочку ему покажем. Симбуня, смотри, бабочка танзанская прилетела. Смотри, ёбкарный бабай. Ёбкарный бабай, бабочка твоя любимая. Да, любимая Симбина бабочка. Вот она моя, скажи, бабочка. Бабочка прилетела, да, Симбина, танзанская бабочка. Идет. Осторожно, а то он может зацепиться, лучше сильно, не надо высоко. Вот, поехали вниз, Ну, когтями, не дай бог. Поехали. Ой, бабочка. Ой, какая бабочка. Бабочка нарядная, да. Или кто тут свою заготовку высовывает? Ой, нося не пролазит. Ой-ой-ой, мои красопеточки. Все, улетела. Где бабочка? Где бабочка Симбонина? Где мой носик? Мой сладкий носик. Иди сюда. Может, ему яйцо это дать? Пусть погоняет немножко. Давай. Пусть немного погоняет. Симбамбося. Симбамбосик. Жесткая и липкая. Симбамбоня, иди сюда, Симба. А смотри, бабочка где? Где бабочка? А все, прилетел. Мячик. Все, скажи. Скажи, какое яичко. Зубы-то не возьмешь. Котятинка наша начала играть. Грохотня стоит. Вот так вот. О, в рот-то не пролазивает, да? Нет, так тоже не получится. У них очень жесткий язык, и они вот так мясо лижут и сцарапывают, кость вот так обгладывают языком. На языке маленькие кинжальчики, да? Иди, а? иди, моя носька. Ой, дядь Нося. Скажи, ой, скажи, все на меня смотрят, я потому что красивый, да? Ты лучше забрать. Сейчас. Ох ты!